Вступительная кампания для абитуриентов 2020 начнется значительно позже, нежели для их коллег-предшественников. В этом году свой первый экзамен молодые люди сдадут 25 июня. Именно на эту дату обозначены испытания по белорусскому языку. Несмотря на то, что до вступительной кампании еще есть время, работа в вузах уже началась. В приемной комиссии Брестского государственного технического университета работа уже кипит. В этом году в связи со сложившейся ситуацией частично изменится формат проведения процедуры подачи документов в ВУЗ. Теперь каждый абитуриент получит на сайте учебного заведения личный кабинет. Сегодня система проходит процесс тестирования и заработает с 20 июля. В этом году у нас такой новый формат подачи документов будет. У нас каждый абитуриент может зарегистрировать себе на сайте, создать личный кабинет, и все документы оформить через личный кабинет, заполнить заявление через личный кабинет и прийти в университет только единожды для того, чтобы подать оригиналы документов, но он уже у нас будет в базе, уже будет вся информация о нем в базе. За счет этого сокращается время контакта или время посещения абитуриентом нашего вуза. Дальше вся процедура переподачи документов, расписание вступительных испытаний, зачислен, не зачислен. Это вся информация будет в личном кабинете, и абитуриенту никуда не нужно будет ходить. Это будет только для него, то есть это не для большой огласки, только для него он будет в личном кабинете следить за своей судьбой, скажем так. Особенно удобной такая форма взаимодействия будет для тех, кого ожидают внутривузовские испытания, в частности, абитуриентам архитектурных специальностей. Следить за датами консультаций, экзаменов и итоговыми отметками можно будет через личный кабинет. Стоит напомнить, что в этом году конкурс по профессиям разделен, поэтому абитуриентам необходимо будет точно и заранее определиться с выбором будущей профессии. Для абитуриентов, поступающих на наши творческие две специальности, архитектура и архитектурный дизайн, в этом году конкурс раздельный. Архитекторы сдают черчение дополнительным третьим этапом творчества, а дизайнеры сдают живопись. Поэтому нужно изначально заранее определиться, либо они сдают живопись, либо они сдают черчение. На две специальности одновременно участвовать в конкурсе нельзя. Цифры набора в этом году в техническом университете немного выросли в сравнении с 2019. Возобновлен набор будет еще на одну дополнительную специальность. Нововведение у нас специальность экспертизы управления недвижимостью. Она возобновляется по прошествии нескольких лет, мы их не набирали. Выпускники этой специальности на выходе получают квалификацию инженер-специалист по недвижимости. Срок обучения 4 года, специальность участвует в факультетском конкурсе, то есть в группе специальностей по факультету. Для поступления на нее необходимо сдавать язык русский либо белорусский, математику и физику. А еще 11 июля в ВУЗе планируют провести День открытых дверей онлайн. С 11 часов на вопросы абитуриентов будет отвечать ректор университета Александр Драган. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.